Всем привет! Добро пожаловать на наш канал Parfums.ua. Меня зовут Катя, и сегодня вместе с вами я протестирую косметику от турецкого бренда Malva, сделаю полноценный вечерний макияж и расскажу, что понравилось мне больше всего. Интересно? Смотрите до конца! Небольшое отступление. Почему именно вечерний макияж? Для такого макияжа нужны средства, в которых хочется быть уверенной на все 100. Если в люксовом сегменте все понятно, то я задалась целью найти качественную, доступную для всех косметику с крутой стойкостью. Все началось со свотчей кремовых теней от Malva, которые просто так не смоешь. Вот я и подумала, что для воплощения моей идеи Malva подходит по всем параметрам. У меня есть два тона от Malva. Один Perfect Matte Effect, другой Face Show. В сегодняшнем макияже я буду использовать второй. И радует то, что хоть этот бренд считается бюджетным, но они заботятся о своих покупательницах. И оба крема с SPF защитой 15. Тон достаточно плотный, но при этом очень пластичный. Хорошо перекрывает все недостатки и в течение нескольких минут полностью подстраивается под цвет вашей кожи. Кстати, он у меня во втором оттенке. Вот эти два героя, с которых все началось. Кремовые тени в оттенках 003 и 008. Кстати, металлик сейчас в тренде, и от него фанатеют все. Используют как в одежде, так и в макияже, поэтому я не удержалась. Решила, что нужно брать, к тому же тени стоят 70 гривен. Пигментация у них очень насыщенная с эффектом металлик. И, как заметила наш блогер Марина, что эти кремовые тени очень похожи на жидкие тени от Armani iTeam, только стоят в разы дешевле. Оттенок 003 я буду наносить на все подвижное век. Хочу отметить, что с этими тенями очень легко работать. Они застывают не сразу, это позволяет их хорошо растушевать и где нужно сделать легкую дымку. Так как у меня века склонные к нависанию, иногда кремовые текстуры не очень комфортно сидят на веке, а эти тени я вообще не чувствую. А пока тени до конца не высохли, я нанесла на веки розовый пигмент в оттенке Dramatic Chrome. На первый взгляд может показаться, что в нем слишком крупные блестки, но при нанесении они растираются и деликатно блестят. Мне нравится, что пигмент можно наслаивать и сделать плавный переход от едва заметного мерцания к ярко-розовому переливу. Нижнее веко я подчеркну кремовыми тенями в оттенке 008. У меня есть две туши от Malva с эффектом 3D и 4D. Они меня в себя влюбили раз и навсегда, поэтому ждите полноценный обзор на них. А сегодня я буду использовать ту, которая с эффектом 3D. Благодаря своей чудо-щеточке она прекрасно прокрашивает все ресницы и разделяет их, делает яркими и выразительными. Вообще я пудрой пользуюсь довольно редко, на съемки или на важные мероприятия, когда нужно, чтобы тон был безупречный. Malva удивила и тут. Люксовая упаковка из прочного пластика с зеркальцем и отдельное место для спонжа. Мягкая сатиновая текстура делает лицо матовым, не подчеркивает шелушение и выравнивает тон. Кстати, пудру можно наносить как традиционным способом, так и влажной кистью или спонжем. И в завершении хочется подчеркнуть немного скулы. Для этого у меня есть шариковые румяна от Malva. Это как привет из прошлого, когда я только начинала знакомиться с косметикой. Только тогда они у меня были в розовых тонах, а сейчас в коричневых, оттенок номер 5. Румяна яркие, хорошо пигментированные, и для скул их нужно совсем чуть-чуть. Плюс их в том, что они хорошо тушуются и не оставляют за собой пятен. На губы я буду наносить блеск в нежно-розовом оттенке, он будет хорошо сочетаться с макияжем глаз. Не выделять губы, а хорошо подчеркнет и сделает их сочными. Если хотите, можете выделить контур губ карандашом в тон к блеску. Это подчеркнет объем губ. Текстура у блеска очень мягкая и приятная, он не липкий и, что мне очень понравилось, не растекается за контур губ, чем часто грешат подобные тона. В линейке богатая палитра оттенков и, что мне понравилось больше всего, все они с холодным подтоном, а это визуально отбеливает зубы. Все, макияж готов!
Ссылочки на все продукты я оставлю в описании. А теперь конкурс. Среди комментариев в рандомном порядке мы разыграем набор кистей для макияжа и крутую нюдовую палетку на каждый день от Мальва. Пишите, пользовались ли вы когда-нибудь продуктами от Мальва и какие ваши впечатления. А детали конкурса вы найдете в описании. Не забывайте подписаться на наш канал, нажать на колокольчик. А с вами была Катя. Пока-пока!